Главный час в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Красноярские автоинспекторы подвели итоги 2015 года. По их словам, они стали лучшими за последние 12 лет. В минувшем году снизилось количество дорожных происшествий и пострадавших в них людей. Кроме того, полицейскими было отмечено снижение аварий с участием детей. Но причины для беспокойства остаются. Так, за последний год заметно возросло число аварийных ситуаций с пешеходами. Особое внимание инспекторы уделили возросшему числу ДТП с участием общественного транспорта. 30 было столкновений, но это снижение с прошлым годом. 23 падения пассажиров в салоне автобусов, это плюс 8 в сравнении с прошлым годом. 10 наездов на пешеходов, 5 выпадений пассажиров из автобуса и 2 наезда на препятствия. Это по городу Красноярскому.